У нас своя вечеринка. Это был обычный день, пока друзья не услышали сенсационные новости. Экстренный выпуск новостей. В связи со сложившейся ситуацией, просьба всем оставаться дома. И что теперь будут делать блогер Ронда, предприниматель Сэм, фэшн-цыпа Дженнифер и паникер Ник? Предприимчивый Сэм не унывает. Он придумал план, как незаметно выйти на прогулку. Нужно стать ближе к природе. С такой маскировкой куста меня никто не заметит. Я сливаюсь с природой. Молодой человек, пройдите в участок. Нет, вы ошиблись. Я куст! Новый флешмоб. Повторяем известные картины дома. У Ронды как раз есть парочка идей. Автопортрет Фриды Кало. Вместо колибри – перчатка. Думаю, Фрида не обидится. Девушка с жемчужной сережкой. Или с наушником. С этой картиной будет посложнее. Но Ронда знает, что ответить Пикассо. Принимается. Сэм решил обмануть систему и притвориться мусорным пакетом на прогулке. Беги, пакет, беги! Упс! Это полиция, откройте! Я уже около твоего дома, открывай. О нет, он здесь. Мой друг все-таки пришел. Срочно, тройная степень защиты. Ник, открывай. Антисептик на глазок. Ауч, мой глаз! Тройная степень защиты в квадрате. Не подходи ко мне, держи дистанцию. Ты что, убери руки! Вот твой чай. Спасибо, Ник. Ты такой гостеприимный. Чтобы выйти из дома, можно переодеться в полицейского. Главное, не встретить настоящего полицейского. Что за... Упс. Паникер Ник снова прочел страшную информацию в интернете. Внимание, уровень тревожности повышен. Сначала Ник надевает маску на себя, а затем хочет защитить все вокруг. Теперь ты в безопасности, яблочко. А как же моя машина? Нужно позаботиться и о ней. Хорошо, что теперь у тебя тоже есть маска. Ничто не заставит фэшн-богиню Дженнифер поменять свои ритуалы красоты. Я всегда должна выглядеть на все 100. Ресницы. Скулы. И, конечно же, прическа. Нужно всегда быть красивой. Нет, этот наряд не подходит. А этот? Слишком легкомысленно. А вот этот? Слишком вечерний. Нет, этот слишком обтягивающий. А вот романтичный образ как раз подходит. Голубой? Или цвет лайма? Конечно, второй мусорный пакет выглядит более стильно. Сколько новых масок? Я хочу найти нового персонажа для моего ТикТока. Но одна из масок не работает. Хотя, подождите. Это что, ротик на котике? Как странно. Вот это эффект. Хотя из этого можно сделать отличное видео. Сейчас мы запишем ваш хор. Что ты говоришь, Пушистик? Неправда. Ну ты и смешной.
Ария котиков взорвет мой ТикТок. Можно выкладывать. Танцы всегда повышают настроение, особенно если танцуешь с друзьями. Онлайн. У Сэма новый бизнес. Он сдает в аренду собак для прогулки. Пушистик. Отличная новая модель. А также продает редкий и дорогостоящий товар. А сдача? До свидания. Но у этого покупателя всего лишь $1. Минуточку, я вам что-нибудь подберу. Картонная собака. Эконом-вариант для самых экономных. Раз уж на улице гулять нельзя, то я соберусь и прогуляюсь по интернету. Всегда можно покормить голубей, не выходя из дома. И можно представить, что я в Венеции. Ешьте, птички. Минуточку. С интернетом мои возможности безграничны. Я могу кормить даже львов. Хотя нет, это опасно. Можно кормить обезьянок. Нет, это странно. А может, пингвины? О, они такие милые. Вот, птички, кушайте. Вы просто лапочки. Время остановилось. Это ожидание так угнетает. Ник теряет счет минутам, часам, суткам. Наконец, пицца приехала. Фух. Паникер Ник не доверяет курьеру. Нужно позаботиться о своей безопасности. Мое супероружие снова в деле. Щипцы для уборки мусора. Идеальный инструмент для бесконтактной доставки. Сдачу оставьте себе. Обычная маска? Это так скучно. Новая мода диктует новые тренды. А какую выберешь ты? С узорами, в пайетках, разноцветную? Выбирай золото, не ошибешься. Новый маникюр? Какие милые мордашки. Но сейчас актуальна другая тема. Маленькие масочки на каждый ноготок. Теперь мой нейл-арт в безопасности. Дезинфектор вместо парфюма. Я пахну как здоровье. Нечем заняться? Можно пересчитать с другом все зерна кофе. Или хлопья овсянки. Стоп. Мы можем придумать кое-что более эпичное. Устроим защитные войны. Да! Джедай против злодея в маске. Да прибудет с тобой антисептик. Защищайся. Так вот, для кого Дженнифер так долго собиралась. У нее встреча с мистером мусорным баком. Фух, отлично прогулялась до мусорника. Оказалось, у Дженнифер накрашена только видимая половина лица. Логично, зачем тратить косметику зря? Ронда загрустила. Она соскучилась по своим друзьям. Как весело нам было вместе.
Можно было обниматься и ходить в кино. О, идея! Рондо знает проверенный ритуал. Отмечай в комментариях под видео своих друзей, с которыми ты хочешь увидеться в первую очередь. И тогда это произойдет быстрее. Обожаю этот фильм. О нет, мистер Бин хочет чихнуть. Не в моей комнате. Чихай отсюда. Сидя дома, Сэм начал больше есть. Он жует все, что попадется ему на глаза. Все, хватит. Я сильнее еды. С сегодняшнего дня я начну тренироваться дома. Я просто Рэмбо! Фух, устал. О нет, Ник забыл помыть руки. Теперь нужно вымыть все, к чему я прикасался. Срочно моем все вокруг. Цветок. И даже телефон. Отчаянные времена требуют отчаянных действий. А что теперь с моими руками? Я смыл большую часть тела. What? Главное – удобство работы дома. Можно заключать выгодные сделки, не выходя из туалета. Уже третий раз за неделю Ник покупает еду на 2 недели вперед. Все, я теперь могу не выходить из дома еще месяц. Моих запасов хватит надолго. Спустя 2 часа. Холодильник снова пуст. Это магия. Ура! Долгожданный вкус свободы! Все закончилось. И, наконец, мы снова вместе, счастливы и здоровы. Ну все, я пошел. Ты куда? Да ладно, я пошутил. Я уже ничего не боюсь. Понравились наши типы людей дома? Тогда пиши в комментариях, кто понравился тебе больше. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале WHOO.